резолютивная часть переговоров. Суд приговорил признать Тагирова Радик Тагировича виновным в совершении преступления, предусмотренной часть 3 статьи 30 пункта ВЗК, части 2 статьи 105 УК Российской Федерации, пункт АВЗ, части 2 статьи 105 УК Российской Федерации, пункт В, части 4 статьи 162 30 преступления, пункт по части 3 статьи 162 2 преступления и назначить ему наказание. По пункту АВЗ, части 2 статьи 105 УК Российской Федерации, в виде пожизненного лишения свободы. Понятен ли вам приговор? Услышал. Порядок обжалования? Понятно. Адвокат, понятен приговор? Да, ваше. Порядок понятно. Обжалования? Да, понятно. Гособвинитель, приговор понятен? Порядок да, обжалования? Значит, осужденный, вы вправе ознакомиться для написания апелляционной жалобы в случае, если будете обжаловать приговор, с представленными в суд материалами уголовного дела.